Это, блять, какими долбоебами надо быть, чтобы делать такую хуйню? Мне вот интересно, им реально по приколу так игру затягивать? Так они написали, блять, что... Из-за того, что я подкемпил крюк, блять, они решили затянуть мне игру. Это, блять, долбоебизм, чувак, поверь мне. Так делают нездоровые люди. Абсолютно. Абсолютно нездоровые, блять. Причем они даже написали, что... Вот, даже чел пишет. Типа, ты можешь кемперить и закончить игру быстрее. Типа, мы можем затянуть тебе игру надолго. Чел пишет, it's okay, we do auto surf. Типа, все в порядке, мы... типа, выжили... Пытались все выжить, короче. Ну, я считаю, это хуйня полная. За такую хуйню надо просто банить. Ну ладно. Ну ладно, я сделаю клип. Оставлю этот клип. И... отправлю на официальный форум DBD. Именно этих игроков. Я надеюсь, что за такую целенаправленную затяжку времени хоть как-то могут, я не знаю, заблокнуть там на время для профилактики. Чтобы челики не могли целенаправленно затягивать время и хотя бы хоть какой-то профилактический блок за эту хуйню получили. Я не говорю, чтобы их прям банили. Ну, желательно, чтобы, блядь, какую-нибудь профилактику бы они сделали для этого. В принципе-то и все. Не, это больные люди, это реально больные люди, блядь, на голову. Затягивает так игру ради одного темпа, блядь. Это реально, каким надо быть сумасшедшим идиотом, чтобы совершать такую хуйню. Не, я, конечно, блядь, сам могу сделать какую-нибудь подобную хуйню. Я сам сумасшедший, но, блядь. Я настолько конченый, чтобы вот так вот заниматься поеботой и затягивать время. Это просто долбоебизм. Ну ладно, короче. В принципе, я, наверное, сейчас офну, пойду дальше доделывать всякие там эти задания. Поэтому сохраню это для форума ДБД. Может, попозже подрублюсь там. Когда отдохну нормально. Ну все. До свидания.